21 апреля Следственное управление Генпрокуратуры возбудило уголовное дело в отношении начальника управления угрозыска МВД, полковника милиции Джимми Ажиба. Речь шла о превышении должностных полномочий, эпизодах вымогательства, совершенного в целях получения имущества в особо крупном размере. Это разные части 288 и 160 статей Уголовного кодекса Республики. Буквально на следующий день Министерство внутренних дел заявило о намерении обжаловать постановление о возбуждении уголовного дела как незаконного в суде. В заявлении МВД отмечалось, что поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление гражданина Калякина, а основаниями – факт изъятия у последнего сотрудниками уголовного розыска трех транспортных средств. Далее в заявлении ведомства идет подробное объяснение основания действий сотрудников угрозыска в упомянутой ситуации. Жалобу МВД и рассмотрели в городском суде Сухума. Из-за большого количества присутствующих, в основном сотрудников Министерства внутренних дел, заседание проходило в зале Верховного суда, где смогли поместиться все желающие. Суд начался по обычному сценарию. Ознакомившись с явкой действующих лиц и допустив на процесс прессу, судья Белла Хасая объяснила правила поведения в зале суда. После представления сторон прокурор Надина Мукба выступила с ходатайством об отводе судьи Беллы Хасая, мотивируя его следующим. По имеющейся информации, кроме личного визуального наблюдения, вчера примерно 19:30, то есть 26 апреля 2017 года, возле здания Генеральной прокуратуры Республики Абхазия адвокат Барцыц и представитель суда Хасая вели беседу, что противоречит нормам уголовно-процессуального права, так как адвокат Барцыц представляет интересы подозреваемого Ажиба. Кроме того, примерно 21:30 часов того же дня начальник УР МВД Республики Абхазия Ажиба, первый заместитель МВД Республики Абхазия Зубова, адвокат Барцыц, а также представитель Сухумского городского суда Хасая, находились недалеко от места жительства судьи Хасая и совместно вели беседу. Данный факт наблюдался работниками Генеральной прокуратуры, о чем была составлена соответствующая докладная на имя Генерального прокурора Республики Абхазия. По мнению Мукба, приведенные доводы свидетельствуют о наличии оснований для отстранения судьи Беллы Хасая от рассмотрения жалобы Джимми Ажиба. В свою очередь, адвокат заявителя Аида Барцыц считает ходатайство необоснованным. Насколько я понимаю, там имеется два эпизода. Значит, первый эпизод относительно того, что адвокат вел переговоры с судьей. Значит, если уважаемый представитель прокуратуры ссылается как на доказательство на съемку видео, то по данной съемке, я думаю, можно лицезреть, что переговоры, так называемые, состоялись в течение там каких-то минут. Что касается того, что, значит, 21:30, если я не ошибаюсь, состоялась встреча с моим подзащитным, то закон об адвокатуре и адвокатской деятельности не запрещает мне вести разговоры в любом отведенном месте, в любое назначенное время мною. То есть у меня нет никаких запретов и ограничений в этом смысле. Адвокат предложила оставить ходатайство прокуратуры без удовлетворения, поскольку, по ее убеждению, нет подтверждающих его доказательств. Представитель прокуратуры Надина Мукба сообщила, что все доказательства будут представлены председателю Верховного суда, так как отвод председателя городского суда рассматривается именно вышестоящей судебной инстанцией. Суд продолжит заседание по рассмотрению жалобы начальника управления уголовного розыска МВД полковника Ажиба в пятницу 28 апреля в 12:00. Элеонора Гилаян, Рамо Камкия, Абазатова.